Простите за качество и посторонние звуки, просто я не могла это снять на кухне, потому что лапушара полная блин. Господи. Всем привет, это обзор моего скетчбука. Ну, начала его не так давно, ну вот. 21 августа, ну как бы сейчас сентябрь, ну типа с сентябрем, я не знаю. Так, ну давайте начнем, я думаю, ничего такого. Начало вот с 1 августа, и я его просто не закончила. Я вам сразу же говорю, вначале будут срисовки, примерно срисовки у Виски, потому что я пыталась рисовать. Ну да. Но я так вообще в целом не срисовывала, я пыталась рисовать, пародировать его. Так, это была кровотяпка. Дальше идет, наверное, я ее призову на кривоушка. Вот такие глазки. Не, я думаю, что так делать. Тут же вообще просто все закрыть, и все нормально будет. Так, дальше у нас идет кровоцапка, кошка какая-то и какое-то дерево. Ну, такие фрячи. Это не важно. Вот. Мой, наверное, ну, примерно самый любимый рисунок. Такая кошка. Вот. Ну, я думаю, это... Ой, это можно показать. Я думаю, это можно показать. Такая кошка. Я ее назвала Белохвостка. До сих пор не знаю, как ее назвать. Она временно будет Белохвосткой. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. В целом она выглядит вот так. Это не царапина, это именно шрам, кто не понял. Дальше идет опять кровоцапка. Кровоцапка. Да. Я закончила рисовать в 12:44, 25 августа. Дальше идет очень странный трейд с Кузей. Это ссылка на Кузю, на ее канал под описанием. Так. И я... Блин, фокус. Вообще. Я закончила в 23:34. Рисовать. Вот. Это опять Белохвостка. Это Белохвостка. Тут чиби Белохвостка. Это ужасно. Блин. Вот, дальше идет кошка с страшной мордой. Я ее закрыла. Дальше опять Белохвостка. И она тут смотрит на луну. Так. Дальше идут два, это полуполноростка, ну, наполовину, а это, я не знаю, полухалф. Это я разговаривала с моей подружкой из первого класса, мы с ней дружим. Это было закончено в 18:25, а это в 18:34. Это... По-моему, быстро лап. Это канон. Вот, я не помню. Вот. Это было закончено в 19:04. Тоже так же разговаривала с подругой. Это ужасная кошка. Я не знаю, что она тут делает. Тоже ужасный рисунок. Тоже канон. Я не буду сильно показывать. Дальше идут скетчи. Страшная, очень страшная кошка. И еще какая-то кошка. Мэда. Дальше я не буду ничего показывать. Вот это моя ляля. Пупси. Но она у меня уже не ляля, у меня другая ляля. Ничего.
Может, еще. 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 О, референс на белохвостку. Я тут не не написала имя. Ну и пофиг. Вот так. Можете поставить на паузу и прочитать. Если вы вообще поймете, что я написала. Дальше идет моя птичка. Это легенда игра. Кто не знает, тот... Кто поймет, тот поймет. Ну, типа, мужики летают за ней. И тут тоже такая одноклассница. А дальше идет тоже какой-то скетч. Она поет, а я рыба, я рыба, я рыба. Потому что там она с рыбой. Дальше она с каким-то ребенком. Типа, я не знаю. Я не знаю. Это необычный, да? Какие-то полускетчевые кошки. Я не знаю, как это назвать. Ну, да. Страшно, страшно и страшно. Дальше идет котокошка. Я не знаю, я придумывала стиль. Это я рисовала в 18-19. Ждет какая-то кошка в розах. Вот. Глаз и рот. Морда. Это она 8 лет, но не похожа. Ну, не похожа. Да. Новый стиль. Честно, не очень. Я не знаю, я ее даже никак не назвала. Это что? Это ноготь. И это палец. Это глаз, а это рты. Мне не нравится этот рот. И все. Такая. Тут она... Что с ней вообще? Не знаю. Это... Я не знаю, что это. Так. Тут она танцует. Тут она... Ну, не важно, это, кстати, я рисовала на математике. Я думаю, ничего такого. Ну, и все. Это все. Я даже не думала, что у меня получится это снять. Но всем пока-пока. Всем хорошего дня. И хорошо провести дни в школе. И поболтать с друзьями в школе, я не знаю. Чтобы у вас были одни пятерки по урокам, особенно по математике, это точно. Всем пока-пока. Чао, бамбинос!